Вашему вниманию представляется бензиновый генератор Weyma, модель WM1110A. Генератор мощностью, максимальная мощность 10 кВт, номинальная 9,5. Генератор изготовлен вот такой вот раме. На панели управления имеется счетчик моточасов электронный, силовая розетка на 220 вольт с заземлением, две розетки обычных, пакетник на 39 ампер, ключ зажигания и также воздушная заслонка, управление воздушной заслонкой. Также установлено заземление, выход на 12 вольт, можно заряжать как аккумулятор, так и пользоваться обычной автомобильной переноской. Также имеется выход на 220 вольт, вот такой вот, можно просто подсоединять провода без розеток. Так, на этом генераторе установлен двухцилиндровый бензиновый двигатель. Двигатель мощностью 20 лошадиных сил воздушно-масляного охлаждения. Установлен масляный радиатор. Внутри также масляный фильтр. Объем двигателя 614 кубических сантиметров при 3600 оборотов. Установлена выхлопная система. Вот такой вот накрывается вот таким вот капотом для удобства обслуживания и ремонта. Топливный бак экранирован теплоизоляционным материалом. Вес 165 килограмм. Этот генератор однофазный. Также имеется такой же генератор, модель 3135, трехфазный. Свой заказ вы можете разместить на сайте, а также по номеру телефона 099-642-39-79, а также 093-536-41-20.